одной стороны вранье идет, потому что прессу для второй стороны не предоставляют. Вы знаете, все закрыли, и газеты, и телевидение, и радио, закрыли. Все закрыли. Российскую газету Верховного Совета закрыли, на телевидении не пускают, вы же все знаете. Но я выступил в прямом эфире, президент республики, половину обрезали. А второе я еще раз говорю, ну вчерашнее выступление пресс-конференции Лужкова и Филатова, это люди, которые, ну, безответственны до мозга костей. Я уже не говорю, что они о себе, они об народе не думают. Даже вранье сплошное. И кто один заявляет, который, значит, сидит в возбужденном уголовном деле, второй возбужденное уголовное дело. И все стоят у руля и управляют Россией. Рвань одна какая-то. Вот это вранье, оно идет в результате импровизации прессы. Я еще раз говорю. Дорогие мои, вы милиционеры. Вы должны понимать ситуацию там всю. Ну как вы думаете, генерал? Гражданин может еще не понимать ситуацию. Я уже оговорился. Я сказал, что это идет вранье, я говорю, с импровизацией прессы. А потом я щели в рот раскрыть. Уже это все настолько трансформируется до неузнаваемости. И то же самое с той стороны. Но получается картина какая же. Вы вспомните, как принимали закон о милиции. Вы вспомните все. Нет, не конфирма. Вас защищают люди, которые воевали в Югославии, Приднестровье и Анкор. Югославии? Это правда, да? У вас есть такие защиты? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абхазии уси. Есть люди, которые воевали в Нагорном Карабахе. В Абхазии. Воевали в Югославии, в Приднестровье. То есть здесь непростые люди. Все полежи ансамбль. Они пороха понюхали. Из он гутели ля пудр. Вы можете нам презентать? Хотя бы одного можете представить? Вот. Или ты у? Где он воевал? В Приднестровье. У? В Приднестровье. А, так. Еще кто? Александр, Денисов Александр. Combien de temps il s'est battu là-bas? Est-ce que vous avez времени воевали? Много. Beaucoup. Только в Приднестровье, да, или тоже. Et quand est-ce qu'il est revenu à la Maison Blanche? А в Белый дом когда вы пришли? У нас нет такого названия Белый дом. Дом Советов. Дом Советов. Сегодня. Dès le premier jour. Et comment ces gens sont organisés? Les tours de garde durent combien d'heures? Вахта сколько длится? Смена? 12 сутки стоим на вахте. Дузим жур, ça change pas. Et ils sont... Est-ce que le nombre d'armes, la quantité d'armes qui se trouvent à l'intérieur de la Maison Blanche est le même qu'au premier jour? Количество вооружения тоже, что и в первый день, или у вас прибавилось? Конечно, прибавилось. Bien sûr, plus qu'avant, que le premier jour. C'est pas les journalistes qui apportent des armes? Он надеется, что это не журналисты, которые приносят оружие. И журналисты тоже. И журналисты? Voilà. И журналисты тоже. Я перевел. Où est-ce qu'il est situé? Où est-ce que son bureau est situé? On peut le rencontrer dans son bureau? А в вашем бюро еще можно к вам в бюро прийти? Я ведь очень занят. Il est très occupé. Ah bon. Un peu plus tard, dans l'après-midi? Может быть, после обеда. Посмотрим. Он va voir. Он va voir. Чтобы они сейчас развели, не начали работу. Пусть они, если у них возникают вопросы, подходят вот в это здание к Сердюкову Владимиру Андреевичу. Он, ну, там у него и на табличке написано. Сердюков, и с ним Владимир этот вопрос Андреевич решать, да. Вот насчет этих документов. Да, если да, будет да, этот вопрос решен, мы наш личный все состав собираемся. Если у него возникнут уезжать вопросы, он знает, и где меня найти, и где что. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Монстр, вот это вот здание, которое тут у нас под боком. Да, да. И можно вам личный вопрос, а? Конечно. Как вам удается в условиях
осады Белого дома сохранять такой изысканный вид, как будто... Если вы имеете в виду мою рубашку, то мне ее передали из дома 2 дня тому назад. И я ее одел сегодня первый раз. Ну, суббота как-никак. Суббота? Выходной. Нет, я имею в виду не только рубашку, но у вас также и волосок к волоску, и борода, и прическа, и все. А, осада – это не оправдание неряшливости. У меня было предложение переодеться в зеленую форму тоже. Я говорю, нет, у депутата вот рабочая форма. Поэтому скажите, я сейчас в спецодежде, если хотите, только парламентской. Понятно. А вы скажите, пожалуйста, ваш прогноз на дальнейшее развитие событий на ближайшие 2-3 дня и дальше? Прогноз ваш не прогноз делаю личный, уже давно, личный. Тем более лично. Но ситуация, конечно, очень опасна для российского государства, для территориальной целостности. Я уже не говорю о том, что когда люди привыкают к государственному перевороту, а органы, которые должны защищать государство, я имею в виду Министерство безопасности, Министерство внутренних дел, переходят на сторону заговорщиков, это обрекает общество на многие проблемы. Скажите, а вы удовлетворены вот ходом переговоров? Я не удивлен. Пожалуйста, назад, освободите проход, пожалуйста. Освободите проход. Орел, носом не нагибаешься, ты видишь, дает два твоих рассказывает, что такое русский патриотизм. Стоит полковник наглый, я говорю, сколько лет будет? 27. Я говорю, хорошо, вот закон о медицинской, я знаю. Я говорю, там есть что-нибудь подобное? Нет. Я говорю, тогда, значит, если в законе этого нет, значит, что вы выполняете? Думаешь, приказ? Я говорю, чей приказ? Письменно видел приказ? Нет. Я говорю, вот что здесь делается, я все письменно понимаю, потому что я должен нести ответственность. Сюда вперед пошел. Просто вообще-то. Так, ребята, можно взять. Подходи, подходи. Подходи, ребята.
Слушай, ну и что? Я прошу, что ты спецназа пропускаешь?
Смотрена. Стоять! Ребята, стойте все! Стоять, ребята! Товарищи! Про ваши полномочия уже я не подписываю. Группа А, наши условия. Или они сдаются, или через час группа А и группа Вымпел. Слушай, берут здание, что мы не хотим. Сейчас мы не сидим, мы будем ранены. Там любого одного идти. Пропустите парламентера с журналистом, из камеры, и все. С носилками, и звонок перезвоним больше. Не надо никого с носилками. Ребята, это группа Альфа. Пройдите ко мне, пожалуйста. Федя. Все назад, группа Альфа, ко мне. Куда? Все назад, от группа Альфа прошла. Я сказал, все назад, слушайте, в конце концов. Стоять все! Вы демократы или кто? Ну-ка, пару выстрелов сделай, солдат. Не надо, нет. Не надо. Все провоцируйте. Мы стреляем! Оружие вниз все! Оружие вниз все! А теперь все слушайте меня! Смотрите назад и на пути, чтобы без вас туда еще кто не пошел! Вам не нужны заложники, никто! Нет! Чисто на мере, я могу один поделать! Ну да, один нет! Представьтесь, пожалуйста, кто вы такой! Группа А! Группа А! Группа А! Группа А! Альфа! Ваше звание! Полковник! Кто-нибудь высуньтесь в окно, с вами будет говорить подполковник группы Альфа. Опустите. Пожалуйста, кто-нибудь один ответьте. Опустите все оружие. Опустите оружие. Положите. Лучше положите. Не стреляйте. Ну, куда ты встал-то перед нами? Отойдите подальше. Я прошу. Тише, ёпка! Откуда он говорит? Давайте я к вам пройду, поговорим с вами! Один человек один я пойду! Вам пройдет полковник спецназа! С вами поговорим вдвоем! Я один! Вдвоем пойдем! Два! Без оружия! Он лежит! Оружие! Назад! Назад! Все назад! Все назад! Назад! Ребята, остановитесь, пожалуйста! No! Один for everyone! No! I'm telling you, go back. Go back. It's not your country, not your problem. It's go back. It is our problem. Anything in Russia is our problem. Don't provocate. And, I'm not. I'm asking him nicely. I'm not a provocateur. Okay. I'm not. Don't provocate. It's very serious. It's not a joke and not a game. It's not your job to get the dollars. Listen, I was in Vietnam for 3 years in Korea, okay? Fine. So don't tell me it was not my job. Okay. And, all right? I know the result of your Vietnam. Спасибо.
начальник-то? Подъезд. Ну давай сделай так, чтобы мы их вынесли. Сейчас ребята туда пошли. Подожди, ребята же пошли туда. А что он сказал? Братан, говорит Сталин, кто меня слышит? Говорит Сталин, кто меня слышит? Говорит Сталин, кто меня слышит? Прием. Хватит пропускать. Он слева, справа, а тут работает.
Thank you.
Дорогой! Пошли отсюда! Головой вперед!
не подстрахуете. Минимум, встаньте еще. Приехал. В 7 часов где-то раздался первый выстрел с БМП. После этого ворвались солдаты. Я хотел сделать, чтобы закончить мирным диалогом. Сам по себе, без приказа? Сам по себе, без приказа. Командование с одной и с другой стороны покрывало друг друга по рации и матюками. Вернее, в основном командование со стороны противоположной, которая была против Белого дома. Никто на мирные переговоры не шел. Потом пришлось мне самому докричаться, просить их, чтобы ни тот, ни другой не открывал огонь, и вывести раненых с 24-го подъезда. А также вывести пленных. А Альфу кто вызвал? Не ты? Нет, Альфа пришла сама. А что сказал командир Альфа? Откуда он приказ получил? Он об этом ничего не сказал. Сам пришел? Он сказал, что он только подполковник, и ему надо взять Белый дом. Он пришел с приказом взять Белый дом? Мне так сказал. Спасибо. Тут врачи с лекарствами. Была команда не стрелять. Ты возьми. Пусто кругом. Самое главное, дату не забывать включить. Когда все это было. 43, 4, 10, 93, надолго запомнить. Меня тоже здесь сними на правильно. Давай. И команду Альфа. Надо все сделать. Команду Альфа я уже насквозь все снял. Они меня уже перестали гонять. Всех выбрали. Похоже, последние минуты затишья. Ну потому что Белый дом, бронетранспортеры ты. Да, похоже, видишь, выстроились все.
женщины. Все без оружия. Группа «Альфа» образовала коридор, стоят со специально подготовленные для них автобусы. Не собираются стрелять, только одни ваши с крыши стреляют. По одному из мин этих автобусов. Медленно. По одному, по одному. Все по одному. Вот крайнему автобусу направо. Крайнему автобусу. Вы не создавайте давки. Автобус заполняйте полностью. Народу много. Вот, ехать везут в метро. Он прикольный, что здесь народу нету. Вот, ехать везут в метро. Thank you.
Нет, когда вот здесь... Саша, вот Саша, Таран плачет, стоит. А? Таран плачет, стоит. Первый раз, рыдает прямо. Что, Таранян? Я у него принял оружие. Оно наше, Александр. Я знаю, он мне сказал, да, что это оружие. А вы отдали? Нет, пистолет у него починен. Да, я заберу это оружие. Спросите Алешу, но он знает. Где он? Алеша! Саша, Стас! Визитерщик. Первый, ответь. Основному входу Баранников, остальные у вас. Не толпи, не сторонники. Мы сейчас держим за углом. За углом отдельно? Не той толпе, они за углом. Не здесь, у лифта. Полоском отдельно. Я не знаю. А вы эти где взяли? Бабурин? Бабурин здесь. Бабурин здесь был. Нет, где? Они, Исаков, где они, были? Они вышли сразу. Они сразу же вышли. А вот? Нет. Значит, там, мы пока еще тоже не разбиты, они уходили. На третьем и четвертом этаже. Значит, там они держали. Вот, Сереж, вот, пойдем. Саша, вот, ну, мне там несколько человек, чтобы. Мы пойдем. Ну нет, ты там несколько человек. Лучше всех. Дай бог вам так жить, как я живу. Откуда сам? С Москвы. Откуда? Ну, цветные телевизоры черным белым. В основном. А там что ремонтировали? Тоже? Тоже. Не надо рисковать, не надо, Михаил Иванович. Ну, ладно, просто. Не надо.